Но это надо именно увидеть. Вот так могут спать только дети. Вот такая куча мала. Три бутуза уже очень крупных. И три только сегодня открыли глазки. Но мама чудесная. Она кормит всех. Ее хватает на этих 6 бутузиков. Вот малышня накушалась и легла у мамы на хвостик. Самый умный. У мамы на шее лучше всего спать. Да, моя девочка, ты умница у меня. А этот самый хитрый. Да, да, да. А этому надо на подстилочку. Он уполз от мамы. Напился молочка, пошел спать отдельно. Да, хомячок, ты тоже проснулся? Давай табатуни, детка. Давай я тебя отнесу. Вот такая сопелка у нас есть. Такая сопелка. Иди к братику. Ложись. Спи. Спи. Ты, бутузя. Ты такая морда красивая мамина. Да? Эй, толстопузик. Ёка такую. Чего, потревожили ребенка. Но с мамой не слезу. Ни за что, скажи, не слезу. Моя мама. Ай, ты мой золотой. А эти косолапики вообще крошечные. Но мы сегодня открыли глазки. Все, пошел спать тоже на подстилку, да? Эти медвежата спит так красиво. Три медвежонка. Три малюсеньких медвежонка. Господи, какая она чудесная мама. Какая же она чудесная мама. Это не ее детки. Она выкармливает уже третий помет. Она чудесная девочка. Она выкормила малышей бульдожиков. А теперь она выкармливает вот эту малышню. Эти были слепые совсем. И вот так мы выросли. И нам уже... почти 3 недели, я думаю. Где-то примерно около 3. Скоро они начнут кушать. И все у нас будет хорошо. Все будет хорошо. Так мы работаем. У нас здесь все сразу. Все сразу. Вот так мы живем, друзья. Это наша лохматая душа.